Морской учебно-тренажерный центр «Трамонтан» рад презентовать новый обучающий курс на базе обучающей онлайн-платформы. Данный курс разработан специально для моряков офшорного сегмента, готовящихся к прохождению экзамена и последующей работы по чартерам «Арамко». «Сауди Арамко» – национальная компания Саудовской Аравии, наиболее из крупнейших нефтедобывающих компаний во всем мире. Каждый моряк, находящийся на судне, работающий по чартерам «Арамко», должен пройти предварительный экзамен. Данный экзамен делится на три части. Первая часть – это сдача теста Marlins для подтверждения хороших знаний английского языка, который необходимо сдать не менее чем на 80%, и личное собеседование с рамко-инспектором, в котором моряк должен продемонстрировать свои теоретические знания и практические умения в рамках своих должностных обязанностей на судне. Помимо этого, моряк должен знать местные правила, политику компании и другие особенности работы в данном регионе. Список наиболее часто задаваемых вопросов для навигационной команды входят такие вопросы, как знание характеристик судна, его главных размерений, знание международных конвенций, правил МППСС, СОЛОС, МАРПОЛ, ПДНВ и прочие, аббревиатуры и условные обозначения, используемые на навигационных картах в данном регионе, географическое расположение нефтяных полей, терминалов, портов, правила и особенности маневрирования в близкости к морским офшорным сооружениям, проработка навигационного перехода с учетом прохождения узкостей, каналов, подводных трубопроводов, умение пользоваться таблицей приливов, рамка Tide Tables, принципы проведения тулбокс и сейфти митингов, правильность заполнения чек-листов и отчетов, регулярно посылаемых в компанию. Помимо теоретических вопросов, работникам машинного отделения, как правило, просят продемонстрировать проверку оборудования машинного отделения, принципы аварийного управления судном, процедуру запуска главного двигателя, принципы работы и проверки мониторинга системы за содержанием сероводорода в атмосфере, правильность заполнения чек-листов, отчетов и регулярность их отправки в компанию. Наш учебный курс дает раскрытые ответы на эти и другие вопросы, задаваемые инспектором. Также, как в ходе дополнительной информации, в нашем курсе содержится Saudi Aramco Offshore Manual, принятый в 2019 году в качестве нормативного документа. Также другую литературу, которая поможет вам подготовиться к успешному прохождению Aramco экзамена и к следствии получения разрешения на работу в данном регионе. Aramco Approval. 2, 3. В ходе собеседования работников машинного отделения, кроме теоретических знаний, также могут попросить продемонстрировать проверку оборудования машинного отделения, принципы аварийного управления судном, процедуру запуска главного двигателя, систему мониторинга за сероводородом в атмосфере, правильное заполнение чек-листов, отчетов, посылаемых в компанию. Наш учебный курс дает раскрытые ответы на